РСФСР, казачий полковник, атаман посольской станицы на Кубани, Сахалинского казачества, батырь Валерий Федорович. Судья республиканской категории, Павлов Лев Дмитриевич, город Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Судья республиканской категории, мастер спорта России, Салахутдинов Вячеслав Анатольевич, город Чебоксары. Судья республиканской категории, Рзаев Александр Асадулович, город Вязники, Владимирская область. Судья республиканской категории, Авдеев Сергей Викторович, город Рязань. Судья республиканской категории, тренер высшей категории, воспитавший чемпиона мира по профессионалам, Романа Карамзина, Рябченко Владимир Александрович, город Кузнец, Пензенская область. Судья республиканской категории, Максиминкин Александр Валентинович, город Балаково, Саратовская область. Судья республиканской категории, Янченко Алексей Васильевич, город Десногорск, Смоленская область. Судья республиканской категории, Белков Александр Филиппович, город Кстово. Судья международной категории, мастер спорта СССР, Жаворонков Рудольф Васильевич, город Нижний Новгород. Судья республиканской категории, Лобов Михаил Кузьмич, город Балахна. Судья республиканской категории, Коновалов Вадим Николаевич, город Заволжье. Судья республиканской категории, мастер спорта СССР, Кононов Олег Викторович, город Дзержинск. Судья республиканской категории, мастер спорта России, Демин Сергей Леонидович, город Нижний Новгород. Судья республиканской категории, Панкратов Сергей Борисович, город Нижний Новгород. Судья республиканской категории, Красильников Виктор Юрьевич, город Нижний Новгород. И судья республиканской категории, мастер спорта СССР, Чубаркин Игорь Сергеевич, город Нижний Новгород. Бурные аплодисменты, друзья! К торжественному построению приступает команда. Ваши бурные аплодисменты, друзья! Город Минск, Республика Беларусь. Город Жираосин, Республика Казахстан. Город Ташкент, Республика Узбекистан. Город Усинск, Республика Коми. Город Ухта, Республика Коми. Город Цивильск, Республика Чувашия. Город Маргауши, Республика Чувашия. Город Красноармейск, Республика Чувашия. Город Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Город Козьмодемьянск, Республика Мариэл. Город Пермь. Город Оса, Пермский край. Город Чернушка, Пермский край. Город Добрянка, Пермский край. Город Ейск, Краснодарский край. Город Невиномыск, Ставропольский край. Город Первоуральск, Свердловская область. Город Смоленск. Город Десногорск, Смоленская область. Город Рославль, Смоленская область. Город Екатеринбург. Город Чехов, Московская область. Город Фрязино, Московская область. Город Коломна, Московская область. Город Подольск, Московская область. Город Вязники, Владимирская область. Город Ковров, Владимирская область, просим все команды. Город Рязань. Город Киров. Город Балаково.
Харькова, Саратовская область. Город Сызрань, Самарская область. Город Кузнецк, Пензенская область. Город Заречный, Пензенская область. Город Навашино, Нижегородская область. Город Заволжье, Нижегородская область. РБ Вознесенская, Нижегородская область. Город Боровичи, Нижегородская область. Город Первомайск, Нижегородская область. Город Большое Козеро, Нижегородская область. Город Лыского, Нижегородская область. Город Бор, Нижегородская область. Город Дзержинск, Нижегородская область. Попросим всех команды выйти. Город Балакна, Нижегородская область. Город Павлово, Нижегородская область, также все команды выходят. Город Городец, Нижегородская область. Город Вача, Нижегородская область. Город Богородск, Нижегородская область. Город Истомина, Нижегородская область. РП Вознесенская, Нижегородская область. Город Нижний Новгород, Динамо. Город Борсма, Нижегородская область. Город Нижний Новгород, Нижегородская академия МВД России. Город Нижний Новгород, СК «Локомотив». Город Нижний Новгород, СК «Полет». Город Нижний Новгород, СК «Заречье». Все команды выходят. Город Нижний Новгород, СК «Русский Витязь». Город Нижний Новгород, СК «Торпеда». Кстово, детская школа бокса «Лукойл» Нижегород, «Нефтьюрк Синтез». Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, мы с большим удовольствием представляем слово организаторам турнира. Друзья, под ваши аплодисменты я приглашаю на сцену заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам, депутата городской думы Федора Александровича Зимина. Добрый день, гости наших соревнований, земляки, судьи, участники 14-го турнира по боксу. Я передаю вам искренние пожелания и поздравления с открытием этого турнира генерального директора «Лукойл Нижегород Нефтьюрк Синтез» Коваленко Алексея Николаевича, главы города Кстово. Он желает... Всем передаю его просто-напросто пожелания. Он желает всем участникам соревнований непримиримой борьбы, победы. Ну и, соответственно, только в борьбе познается, выявляется сильнейший. И здесь как раз вот я хотел бы сказать, что бескомпромиссная борьба, которая предполагает именно такой мужественный спорт, как бокс, он это и предполагает. Поэтому всем удачи. Победы, да победит сильнейший. Спасибо. Федор Александрович, прошу вас остаться на сцене. Да, останьтесь на сцене, дорогие друзья, мы продолжим. Также на сцену приглашается заместитель председателя профсоюзного комитета «Лукойл Нижегород Нефтьюрк Синтез» Дмитрий Вениаминович Большаков. Аплодисментами поддержим. Здравствуйте, уважаемые гости, судьи. Радостно видеться с каждым годом, что не угасает интерес к нашему турниру. Каждый турнир, помимо зрелищной своей основы, наверное, несет подведение итогов. Итогов продолжительных, изнуряющих тренировок. И хочется пожелать сегодня всем участникам, чтобы они показали того, чего добились, показали свое мастерство. Ну, а зрителям, чтобы они увидели зрелищные, красивые бои. Спасибо большое. Дорогие друзья, также вас приветствует главный судья соревнования, судья республиканской категории Борис Павлович Монахов.
Здравствуйте, ребята! Я рад приветствовать и видеть вас сегодня на сегодняшнем турнире, на 14-й турнир по счету, который проводит Лукойл Нижегород нефть «Арксинтез». Занимается подготовкой и проведением турнира Андреев Игорь Иванович. Ему доброе слово. А финансовые вопросы решает представители Лукойл Нижегород нефть «Арксинтез». Сегодня я, как главный судья соревнований, хочу увидеть справедливое судейство, и только справедливое судейство может выявить настоящего победителя. Ну а что вы приготовили, как говорится, к этому турниру? Свои навыки, свою технику, свою волю к победе мы посмотрим на этом ринге. Спасибо вам. Итак, дорогие друзья, на сцену приглашаются почетные гости соревнований Андрей Гоголев. Поприветствуем также аплодисментами. И, конечно же, казачий полковник Валерий Федорович Батырь. Уважаемые друзья, разрешите от Федерации бокса поздравить вас с открытием турнира, поблагодарить людей, которые организовывают такой большой праздник, да? Поблагодарить гостей, которые приехали в этот прекрасный город, спортивный город Кстово. От лица федерации мы дарим два приза лучшему боксеру и лучшему боксеру за волю в победе. Они вот здесь стоят, две микроволновые печи, два кубка. От себя хотел еще сказать. Вот недавно, в прошлом, я также стоял, как и вы, вот на соревнованиях. Также молодой парнишка стоял и думал, как стать чемпионом мира. Поэтому у вас, у всех, у каждого должна быть мечта. Чтобы вы шли к своей цели, слушали своих тренеров, не прогуливали тренировки, терпели. И только так вы добьетесь своего результата. Большое спасибо. Удачи вам. Дорогие любители бокса, дорогие ребята, разрешите мне от имени российского казачества, от имени великого братства казачьих войск России и зарубежья поздравить вас с началом 14-го турнира, который с каждым годом набирает силы. И на этих соревнованиях мы видим все лучших и лучших юных боксеров. Хочу пожелать вам успехов. Пускай победит сильнейший. На этом турнире вы можете проявить силу, волю и показать высокое мастерство. Желаю вам всем удачи, а зрителям интересных встреч. О готовности команд к соревнованиям докладывает командующий парадом судья республиканской категории Игорь Андреев. Парад, равняйся смирно, равнение на сцену. Председатель оргкомитета, парад для участия в 14-м международном турнире по боксу на призы Лукойл Нижегород нефть «Арксинтез» построены. Командующий парадом судья республиканской категории Андреев. Вольно. Дорогие друзья, турнир проходит под флагами Российской Федерации и компании «Лукойл». Прошу всех встать. Thank you.